утром надо пить водичку, чтобы запустить пищеварительный процесс. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я весь день буду снимать для вас рацион правильного питания при наборе мышечной массы. Сразу хочу сказать вам, что я не употребляю никакие протеины, гейнеры, никакие химические препараты, никакую фарму, ничего не употребляю. И сегодня целый день я буду снимать то, сколько нужно съесть углеводов и протеинов, белков, то есть для того, чтобы набрать мышечную массу. И это, конечно же, не значит, что я каждый день ем столько еды. Я не могу впихнуть в себя столько, и не только не могу впихнуть, а еще не могу позволить себе, потому что у меня нету столько средств. Я не работаю? Да-да-да. Исходя из этих рассуждений, если я не работаю, то я не могу иметь огромные мышцы. А зачем мне огромные мышцы, если девушкам не нравятся огромные мышцы? Ха! И все же сегодня я покажу рацион питания, при котором очень легко набрать большую мышечную массу. Исходить мы будем из моего веса 63 килограмма. Для того, чтобы набирать массу, мне нужно съедать в день 2 грамма белка на килограмм веса. Также углеводов нужно съедать 4-5 граммов на килограмм веса. То есть получается, мне нужно съедать в день 126 граммов белка и 252 грамма углеводов. Это минимальная норма. Минимальное количество, точнее. Мой рацион питания будет состоять из 6 приемов пищи в день. И сейчас вы все увидите. Поехали! Доброе утро, страна, так сказать. Сегодня это первый прием пищи. Я буду есть гречневую кашу, как обычно. Всегда ем гречневую кашу с утра. Тут 200 грамм каши. Получается 130 грамм углеводов. И 10 грамм белков. Всего лишь 10 грамм, да. Вот. Приятного аппетита. Итак, друзья, второй прием пищи – рис с котлетами. Здесь где-то в рисе 60-70 граммов углеводов. И в котлетах 25-30 грамм белка. Вот так вот. Монтируем видосик и кушаем. Вкусно. Подошел третий прием пищи. Я только что пришел с тренировки. Обычно после тренировки я ем макароны с курицей. Тут где-то у меня, 65 грамм углеводов, да, и 35 грамм белков. Приятного аппетита мне. Итак, друзья, это четвертый прием пищи. Я должен съесть 2 банана и 1 яблоко. Здесь содержится 42 грамма углеводов, в бананчиках особенно, и 3 грамма белка. Вкусная еда. Я думаю, вы уже давно знаете, что в первой половине дня нужно есть большей части углеводы, да, углеводную пищу, а во второй части дня вам нужно есть белковую пищу. И вот, это не значит, что в первой половине дня не может пища сочетаться с белком, да? То есть, например, бананчики, в них содержатся углеводы, в них содержится белок. И я как бы ем, да? И во второй половине дня это не значит, что вы должны есть только одни белковые продукты. Вы можете, конечно же, совмещать с углеводными. Но в большей части нужно есть белок во второй половине дня. Итак, друзья, пятый прием пищи – 3 яйца с овощами. Тут содержится 24 грамма белков, чистые белки. И я должен сказать, что ваш дневной рацион должен быть разнообразным. Это не то, чтобы вы ели все время там яйца или одни макароны. Все время должно быть что-то различное. Вот, это все, что я хотел сказать. Как вы узнали? Догадался. Итак, друзья, шестой, последний прием пищи. Ударная доза белка в 32 грамма. Это творог. Тут 200 грамм творога, в нем 32 грамма белка. Это последний прием пищи, и должен сказать, что у меня немножко, тяжеловато, потому что я столько не жру вообще, я ж не конь. Короче, если вы хотите набрать огромную массу, то тогда хавайте как кони. Если хотите рельефчик и нравится девчонкам, то хавайте как я, не столько, немножко поменьше. Но я все равно много ем на самом деле.
Итак, какой же вывод можно сделать? Я могу сделать такой вывод, что лично для меня очень сложно всю эту еду запихать себе за день. И я думаю, что очень важно, если у вас такая же ситуация, вы не можете столько съедать, ну или просто как бы деньги там не позволяют, да, покупать такие всякие курочки, там грудки, всякую дорогую фигню, то я думаю, тогда легче купить протеин. Во-первых, его быстрее выпьешь, да, и вам не придется запихивать полчаса в себя эту курицу с макаронами там, либо что-то еще. И во-вторых, мне кажется, это гораздо дешевле, чем каждый день покупать грудку. А так, ребят, что я могу сказать? Я доволен своей фигурой, но, конечно, еще бы килограммчиков 5 набрать, я был бы просто... конфетка. Вот. А что касается вас, то если вы хотите быть большими, массивными, большие мышцы хотите иметь, то тогда кушайте много, как я показал, и покупайте, естественно, протеины, если вам лень, нету времени, либо вообще просто не хотите есть столько еды. Просто покупайте протеины, гейнеры, и не забывайте, конечно, кушать, потому что без еды организм жить не может. А всякие дополнительные добавки, естественно, нужны организму, если вы хотите нарастить мышечную массу. Всем хорошего дня, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока! Увидимся в следующем выпуске.